В преддверии летних каникул и Дня защиты детей воспитанники детского сада номер 9 стали участниками викторины, на которой еще раз смогли освежить и закрепить в памяти знания правил дорожного движения. С детства нужно детей приучать правилам дорожного движения, что они такие же участники дорожного движения, как и взрослые. Меня очень радует, что дети наши знакомы с этими правилами и порой иногда поправляют родители, если они делают неправильно. Впереди лето, время, когда дети много времени проводят на улице. Поэтому вопросу безопасности на дорогах уделяется особое внимание. Единственное верное средство – это знание. Увидел, запомнил, повторил. Рецепт успешного освоения материала, считает инспектор дорожного движения Ирина Чекмарева. В игровой форме – это, наверное, самый лучший этап обучения детей безопасному поведению. Здесь можно и подкорректировать, и объяснить ребенку, как себя нужно вести. В игровой форме показать, что есть пешеходный переход, есть проезжая часть, дорожные знаки. В состязании приняли участие две команды – светофорчики и пешеходы. За победу в каждой группе боролись 5 взрослых и 5 детей. У каждой команды многочисленная группа поддержки. Правила дорожного движения написаны взрослым языком. Но, несмотря на это, дети далеко не новички в их изучении. За весельем скрывается работа. Конкурсы вырабатывают чувство ответственности, воспитывают внимательность, тренируют память. Когда красный человечек стоит, нужно стоять. А когда зеленый, нужно переходить. У меня не было трудностей с правил дорожного движения. Только совместными усилиями родители и воспитатели могут объяснить детям трудный мир улиц. На помощь взрослым в детский сад пришли ученики 6-й школы и загадали ребятам тематические загадки, которые еще раз помогли вспомнить очень важные вещи. На какой мне ехать свет, чтобы не наделать бед? Не только командный, но и сопернический дух захватил участников. Дети и родители работали сообща. Никто не хотел проиграть. Вот эти соревновательные мероприятия, они очень важны. Мы по-другому совершенно воспринимаем друг друга в этот момент. Мы понимаем, что я понимаю, что у меня есть вот такое вот надежное плечо. Мне сегодня очень понравилось то, что все улыбались и все были довольны. Веселье было грандиозное, атмосфера невероятная, конкурсы познавательные, загадки интересные. Дети остались в восторге, а родители счастливы, что смогли продуктивно провести время с детьми. Завершилось мероприятие награждением. По итоговому количеству баллов победу одержала команда светофорчиков. Анастасия Горелова, Константин Брылов, Сергей Ларин, Видное ТВ.